По-хорошему, лямбда не дышит вторая. Я думал, знаешь, что могли сделать? Могли ее перепрошить. Да, тогда кто? Да никто ничего не делает. Машина сновья у вас. Ну да, первый владелец. Первый владелец. Вот, а обычно перепрошивают на евро 2. Там уходят. Ну, никто ничего не делает. Никто же не делает. Юр, давай посмотрим вместе. Ну что, смотреть, нет. Вторую лямбду. Вот она все, она... То есть, ну, если проверяете, что самое, пока машина прогреется, машина начинает работать. Да, это варит она. То есть, ситуация какая? Вторая лямбда, она вообще не участвует в собственной смеси. Да. К вот этим траблам она даже не имеет. Здесь раскадомера нет, здесь есть мап-сенсор. Я думаю, да, датчик потом коллектора. Как вариант, подсос воздуха на горячую, то есть на холодную. Потому что вот. И про вторую лямбду забыли. Бог не с второй лямбдой, она вылезет по экологии. Топливо коррекции я еще не посмотрел. Дай вместе посмотрим. Ты слышишь, все ошибки же на первом.